Сказка для малышей. Ранней весной на опушке густого леса лесная кошка Маша родила 5 котят. 4 девочки и 1 мальчик. Солнышко пригревало, и котята быстро росли. Они были веселые и игривые, а котик был самым непослушным ребенком. Он часто убегал от мамы за бабочками и птичками. Мама-кошка научила своих котят ловить мышей, птичек и даже рыбу. Котята выросли. Однажды котик так заигрался, что очутился на окраине леса. Впереди виднелась деревушка. Там жили люди, но котик не знал об этом. Он почуял запах рыбы. Этот запах его манил. Ему так было страшно, но все равно побежал в ту сторону. Возле домика лежали рыбьи головы. Он схватил одну, самую большую, и спрятался в кустах. Рыбья голова была очень вкусной. Сбегал еще за одной. Наелся до отвала. «Хорошо», – подумал, – «завтра еще приду». На завтра на том же месте лежала целая рыба. «Вот это удача!» – подумал котик. Но кто-то неподалеку котик увидел человека. Котик первый раз видел человека и не знал, что ожидать от него. Но котик был храбрым. Он выбежал, схватил рыбу и в кусты. «Эх, обошлось!» – подумал котик. На следующий день котик снова увидел этого человека. Это была женщина, невысокого роста, со светлыми волосами. «Ладно, потерплю», – подумал котик, – «лишь бы рыбку приносила». На другой день женщина принесла кусочки мяса. Вот это жизнь! Котик был в восторге. «Барсик, Барсик, не бойся меня!» «Какой у нее приятный голос», – подумал котик. «А кто это Барсик? Это она меня так зовет? Ну ладно, буду Барсиком». «Мне все нравится пока. Продолжай».